Ребят, самые элементарные, это я у себя так их принимаю. То есть, если вы видите, что вы готовы еще идти вперед, что-то познавать, что-то новое, дальше себя строить, да, как я это называю, вы идете. Но есть определенная стадия, вы ее почувствуете. Она, это не лень. А именно вот такое вот состояние, когда ты уже вот под крышечку. И вот это вот состояние, когда вы под крышечку, нужно сделать как бы шаг назад. Что такое шаг назад? Это не уйти в какие-то свои прошлые там какие-то состояния. А кто-то, например, кто-то может съездить там и сменить место обитания, место пребывания на какое-то время. У кого-то нет такой возможности. Я очень часто бывала, что там на дня 2-3, на неделю бывала. Я просто уходила в себя. Ну, как уходила в себя? Я не именно, чтобы дальше себя там качать и качать, иначе вы тоже нужно там... Тело у нас не резиновое, это на самом деле не психика, тело не успевает за психикой. У нас голова, она может миллион мыслей за секунду перемолоть, с ней ничего не будет, поверьте. У нас всегда не может подтянуться только физика. И просто садитесь, я не знаю, там, ну вот я, например, там садилась, там, включала какой-нибудь сериал, это может быть абсолютно тупой сериал, но который отключает вас от всех процессов, до которых вы дошли. Вот. Это может там встреча с какими-нибудь друзьями, либо не друзьями. Это может там проведение каких-то дней, ни о чем не думая, там с вашими какими-то любимыми, близкими людьми. То есть делайте себе вот эти вот перерывы, неважно, как вы... Когда мне говорят, о, я что буду сериалы смотреть, это же вроде как тупизна такая. Но только за счет вот этого ваша психика может немножечко остановиться, и физика вот в это состояние, она подтянется к вашей голове, физика начинает подтягивать. Тело обманывать не умеет. И когда мы начинаем чувствовать вот эти вот состояния, когда нам плохо, вроде бы не физически, это физически, это всегда, ребят, физически. Только физика не может подтянуться, потому что мы можем существовать, я и каждый из вас, мы можем существовать на многих уровнях плотности. Но только практически в этой плотности у нас есть физическое тело. И только оно нас держит для познания чего-либо, только физика. И когда мы думаем, что вот я не хочу там, а это хочет, я не хочу, это хочет, просто физика не успевает дотянуться до ваших вот этих вот процессов. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления, работе с сознанием и не только, со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.